это неприятно и так далее, но она имеет место по всей Украине, как и своеобразный кризис коммунальной теплоэнергетики, то же самое. Слава Богу, что наше обращение, которое мы писали, было проведено 30 августа, нарада под головованием Гройсмана Владимира Борисовича, и вот те системные вопросы, которые связаны с действием номер 217, они там... Я скажу, мы не заперечуємо, дивіться, у всіх є зміни програми, де вони пишуть забезпечення на 2017 року, році гарантовано соціальний захист працівників виплати планера, по заробітній платі 69 євро, зміни до програми. У нас є рекомендації, де ми прийняти до відома і винести питання на позачергову сесію. Я думаю, тут особи заперечення людей не буде, що зміни потрібні до програми і винести це на позачергову сесію. Можна мені додати? Колектива. Вчора було зібрання колектива, я хочу вам розказати, щоб ви знали. І написали два письма на правкомі, розглянули облсовіт і область Дніпра. Перший вопрос – увольнення директора. Це не питання. Ми зараз по програмі, почекайте, ми по програмі. Я прошу вас послухати, тому що це все одно буде відомо, але не через комісію, а через СМІ. Я хочу, щоб ви це услышали. От нас це услышали. А другий вопрос – требувати провести председатель обласної організації профсоюзу робити. А сколько у вас там профсоюзу? Два робота, да? Городской и областной, да. Областной, вы областной? Нет, стоп, да, у нас один профсоюз, у нас областная организация, в которую входят все наши жилищно-коммунальные предприятия. Хорошо, давайте. И вчера было собрание, люди решили, первое, то, что воля директора за невыполнение законодательства о труде по 45-й статье обратились в ГУР, исполняющий как избранную особо требовать расторгнуть недовольство. Второе, требовать областного совета проведения очередной сессии, на которой рассмотрели вопрос погашения задолженности. Но вы требовать не можете областной сессии? Коллектив, не перебивай меня, я общаюсь с человеком. Я хочу, потому что Владимир Владимирович, сейчас народ требует, чтобы знала вся Украина, не только Николаевский СМИ. Поэтому я вам пришла специально сказать для этого. Требовать очередной сессии. И почему требует? Потому что по закону о коллективных трудовых спорах у предприятий наступило право на забастовку, потому что была национальная служба по солидарности примирения рассматривала коллективный трудовой спор, он не выполняется руководителем, сегодня они имеют право коллектив перейти к крайней мере... Питание ваше, если включено, требования выполнено. Вопрос не о том, что включено, вопрос о том, что сегодня было 3 месяца не платить зарплату, нету, не за что приходить на работу, лечение оплачивать, детей в школу отправлять. То есть проблема есть, и я благодарна рабочей группе, которая согласилась приехать на предприятие, встретиться с рабочими, посмотреть на готовность наших тепловых объектов к зиме, а будут ли зиму или вообще будут менять отопление. Поэтому я очень большое спасибо, что они